Дорогие коллеги, я с большим удовольствием хочу пригласить всех вас в 2018 году, 9-12 сентября, в город Москву на 28-й Всемирный конгресс Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов и онкологов. Российская Федерация является хорошей площадкой для того, чтобы на определенном этапе провести подобное масштабное мероприятие именно в России. Лечение больных, особенно онкологического профиля, это очень сложная задача, требующая привлечения так называемой мультидисциплинарной команды. Это не только и не столько хирурги. Условно, должна быть соответствующая наиболее современная диагностика заболевания для выявления соответствующей и правильного выявления соответствующей стадии, вида, типа и так далее опухоли. И только на основании этого можно строить современную стратегию, тактику лечения этого больного и надеяться на хороший результат. В нашем конгрессе будет обсуждаться большой спектр проблем лечения как онкологических заболеваний, органов пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы, смежных локализаций, вопросы трансплантации печени, вопросы, связанные с комбинированным лечением, с новыми открытиями и возможностями лечения на основании молекулярно-генетических технологий и достижения молекулярной генетики в онкологии, современные достижения лучевой терапии, вопросы диагностики и мини-инвазивного лечения. Я очень надеюсь, что благодаря вашей активной поддержке и участию, а также участию, безусловно, наших очень известных коллег из зарубежа, из Европы, Азии, Соединенных Штатов Америки, других регионов мира, данное мероприятие пройдет с большим успехом, останется надолго в вашей памяти, в ваших сердцах. И мы найдем очень много времени, я надеюсь, вместе с вами для крайне доброжелательного и очень продуктивного, и интересного, и полезного для нас с вами общения. Дорогие друзья, до встречи в Москве!